Еще со времен Гиппократа известно, что животные хорошо влияют на эмоциональное состояние человека. К примеру, ученые уверяют, собаки помогают развитию коммуникативных навыков и повышают самооценку людей. В Чувашии эти знания взяли на вооружение. В одном из санаториев Маргаушского района начали лечить детей с помощью специально обученных собак. Знакомьтесь, Хэппи, Виктория и Эрика. Новые терапевты санатория «Лесная сказка». Уже полгода они помогают маленьким пациентам справиться со страхом, отчаянием, одиночеством, заряжают положительной энергией и лечат. Максим Гололобов в прошлом году пошел в первый класс. Учителя жалуются. Во время уроков мальчик не может усидеть на месте. Часто в дневнике появляются двойки за поведение. Справиться с гиперактивностью Максиму помогает массаж, плавание и общение с Хэппи. Первое время мальчик сторонился собаку. Страх и печальный опыт общения со злой овчаркой в прошлом не давали ему подойти к четвероногому врачу. Овчарка была большая, а эти маленькие, почти как щеночки. Поэтому я их не боюсь пока. Они мягкие, не лают, не кусаются. После нескольких сеансов канистерапии, а именно так называется лечение с помощью собак, Максим стал более собранным и внимательным. Этот метод помогает, во-первых, ребенку идти на контакт со взрослым, друг с другом. И также собака, она является таким мощным мотивирующим импульсом для того, чтобы ребенок что-то начал делать. Останавливаться на достигнутом врачи санатория не намерены. Такую форму терапии планируют развивать. Лекари с мокрым носом и горячим сердцем будут принимать маленьких пациентов в течение всего года. Галина Титарчук, Расиль Мухаметов, Республика.